Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку. Санкт-Петербург называется. Знакомиться с мостами моего города. Измайловский мост. Автодорожный арочный мост через Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Соединяет Спасский и Безымянные острова. Один из старейших мостов города. Объект культурного наследия. Соединяет Вознесенский проспект с Измайловским проспектом. Выше по течению находится Обуховский мост, ниже Красноармейский. Ближайшая станция метрополитена, технологический институт и Садовая. Деревянный мост на этом месте существовал в 1738 году. Название известно с 1746 и дано по лейб-гвардии Измайловскому полку, слобода которого находилась на левом берегу Фонтанки. Первая деревянная переправа через Фонтанку в этом месте появилась между 1744 и 1753 годами. Впервые мост показан на плане Петербурга в 1753. Существующий мост был построен около 1786-1788 годов в составе серии из 7 типовых мостов через Фонтанку с характерными башнями. Сохранились только два из этих – мост Ломоносова и Старокалинкин. Автор проекта предположительно является французский инженер Перроне. Однако документальных подтверждений этому нет. В 1861 мост был перестроен по проекту инженера Дымана. Работы производились под наблюдением инженера Штукенберга. Разводной средний пролет был заменен лучковым кирпичным сводом с гранитными арками по фасадам. Проезжая часть моста была расширена, тротуары вынесены на внешние консоли. Гранитные башни моста разобраны, что привело к значительному объединению архитектурного облика моста. Промежуточные опоры, которые лишились башен над ними, стали казаться непомерно толстыми. Я зачитываю Википедию. Проекты новых довольно удачных по рисунку чугунных перил, представленных архитекторами Бенуа и Бернгардом, были отвергнуты. На мосту появилась более дешевая кованая железная решетка, предположительно архитектора Кракау. В 2006-2008 годах произведен капитальный ремонт. Мост стал трехпролетным, арочный, боковые пролеты перекрыты коробковыми с каменными сводами. Средний пролет перекрыт кирпичным сводом без шарнирной арки. Опоры моста каменные, облицованные гранитом. На опорах снизу расположены треугольные гранитные ледорезы. Мост косой в плане. Угол косины составляет 65 градусов. Длина 70,5 метров. Ширина 15,9. Ширина проезжей части 12 метров. При въезде на мост установлены 4 декоративных фонаря на чугунных торшерах. Ну вот все, что мне удалось найти по Измайловскому мосту. Что-то узнали. Все, всем пока, всем привет, смотрим. До свидания.